Переезжаем салами, горы и слева, и справа, то на обочине танк, то под горою застава. Ветер порывами бьет, мы не торопимся, чтобы не проморгали гололед и не заехать в сугробы. К этому часу уже заночевали колонны, сгрудились, как в гараже, дуло направив на склоны. Все изменилось внизу, трасса, природа, погода. Мчим из метели в грозу, рухнувшую с небосводом. Молнии блещут из туч, гром сотрясает равнину. Наш прожекторный луч сузился наполовину. Ветер пропитан насквозь предощущением тревоги. Гнется растущая вкось дерево возле дороги. Но разгорается вдруг зарево встречного света. Что тебя бросило, друг, в гонку опасную эту? Мы бронегруппа почти, два боевых БТРа. Здесь в одиночку идти самая крайняя мера. Справа, товарищ, смотри, справа за вспышкой вспышка. Но подожди, не гори, мы уже близко, мы близко. Ты поработай в ответ, духи не любят работы. Да выключи, родненький, свет. Ну что же ты медлишь, ну что ты? Вырвался из-под огня броневичок с капитаном. Похоронили меня? Рано, товарищ, рано. Встал во весь рост на броне, вытянул руку с часами. Я бы их сбил, только мне, к раненым вы уж сами. Я, как вы поняли, врач. Вот и лечу, не стреляю. Ладно, ребята, удачи. Всыпьте, я умоляю. Скорая помощь, гони. Взвыли движки БТР и кормовые огни. Дымом окутало серым та же гроза в небесах, та же засада пред нами. Но были врачи на часах, все остальное мы сами.